5 октября – Всемирный день учителя. Многие кировские педагоги в свой профессиональный праздник уже по традиции садятся за парты. А ученики получают прекрасную возможность побывать в роли учителей. В Хибинской гимназии это уже 25-й день самоуправления. И каждый раз педагоги и ученики его ждут с нетерпением. А последние еще и тщательно готовятся. Это очень ответственная миссия. Помимо того, что они организуют этот день, в этот день они являются учителями, в этот день они проводят педагогический совет, и в этот же день они готовят праздничную программу, то есть поздравляют учителей, выступают на сцене. Все уроки у среднего и старшего звена в этот день проводят выпускники. Некоторые из новоиспеченных педагогов мечтали об этом не один год. А те, кто еще за партами, уже прикидывают, как в будущем сами встанут на место учителя. Это опыт для нас. В следующем году, скорее всего, мы тоже будем вести. Уже намечаете, какие предметы будете преподавать? Примерно, да. Социально-гуманитарная история, обществознание, право. Поделились впечатлениями от уроков и сегодняшние учителя. Проще, конечно, со старшеклассниками. Вот у нас сейчас был 10 А-класс. С ними, конечно, проще. Вот они сидели тихо, никто там не бесился. Вот сейчас придет 9 Б. Вот, может, с ними будут какие-то проблемы. Но я надеюсь, что все пройдет благополучно. Вот так, наверное, и виновники торжества, каждый раз, собираясь на очередной урок, надеются, что все будет благополучно. А сегодня они ученики. И, кстати, не самые примерные. Не Задание – нарисовать художественный образ, с которым ассоциируется профессия учителя, и обосновать. У одной из команд – Баба-Яга. Он обладает магическими способностями, которые необходимы учителю, чтобы убедить, заставить, потребовать, привить тягу к знаниям всем желающим, а главное – не желающим. Прежде чем приступить к следующему творческому заданию – физзарядка. А дальше столь же бодро берутся за поэзию. Очередное задание. В потугах творческих и мыслительных. Собирательно со всеми вместе мы справились. Очень нравится. Нам очень нравится. Мы всегда активные участники таких уроков. Каждый из таких уроков учителя помнят и с радостью делятся этими воспоминаниями. В прошлом году наш учитель нам пел песню «Белые розы». И мы были в восторге. А мне вспоминается урок, когда учителя разделились на группы и представляли разные молодежные движения, субкультуры. Да, там эмо, рэперов. Сегодня ученики в хорошем настроении, поднимают его нам, и поведение нас вполне устраивает, так как сегодня творческий урок, и допустимо небольшой шум в кабинете, поэтому все проходит хорошо. И, конечно, в этот день, как и в любой другой, в школе не обходится без перемен традиционных шумных звонких. Дорогие